Здравствуйте, уважаемые игроки, с вами канал Larix Pro, игра Галактика Героев Звездные Войны, и в этом выпуске мы будем выбивать легендарного Чубакку. А именно, легендарное событие, осталось 6 дней, очень-очень редкое написано событие, 100 осколков я уже набил, осталось еще 45 осколков для открытия 5-звездочного Чубакки. Также нам накинуть немножечко на апгрейд этого самого Чубакки, именно 500 тысяч золота. Итак, вот моя команда любителей мягких игрушек, а именно человек с татуировками даже на зрачках, полностью себе лицо татуировал, человек-ведро, также защитные всякие разные чувачки, ну и конечно же Грида резиновая морда. В бой. Так, что нас здесь ждет? Эй, ребята, давайте просто поговорим. Ну попробовать не помешать. И сразу же начинает шмалять, оглушают, ну прям ведут себя очень-очень дерзко. А ну вот так вот давайте сделаем. Так, R2, D2 укуривает всех в хлам, вообще прям. И давайте немножечко все-таки его продырявим, этого ведроида. Есть. А если так? Нормалды. Так, перехватывает инициативу у нас Хан Соло Элита. Накидывает, конечно, они здесь шикарно. Тут как бы вообще говорить нечего. Действительно мощно. Накидывает и тому подобное. Давайте-ка шмальнем вот так вот. Лэндо Калрисян. Ну, в принципе, становится все меньше и меньше. И вот мы уже приближаемся к выбиванию нашей мягкой игрушки. Бонусной атаки, у которой срабатывает. Накидывает, так накидывает. Но фишка в чем? Если вдруг добьют сейчас нашего босса, то мы, в принципе, уже проиграли. А если так? Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один с арбалетом и как наносит прям оглушаловки. На, получай. Резиновая морда, сказал последнее слово. Нанес практически 15 тысяч урона. Так, 45 осколков. И давайте все-таки его сейчас забабахаем, этого самого Чубакку. Так. Активировать. Ха-ха. Есть, соточка. Нормас, да вы. Но в чем отличие этого Чубакки от того, который был Чубакка Войны Клонов? Ну, во-первых, да, понятно, что выбить этого можно только в этом событии, и никак иначе. Также наносит физический урон цели, снижает ее стойкость на 2 хода. А, то есть никаких шансов. Чисто снижает стойкость, но при этом довольно-таки высокий урон. Напомним, у того Чубакки была фишка, снижает шкалу хода от обычного удара. Также есть различные варианты спецспособностей, но особенная фишка заключается в том, что есть такая способность, как верный друг. Вот. Самому слабому союзнику и Хану Соло до тех пор, пока Чубакка не погибнет. Когда охраняемый союзник использует способность, Чубакка приходит ему на помощь, нанося на 20% меньше урона. Не более одной помощи за ход. Когда Чубакка наносит урон врагу, он и все союзные, короче, восстанавливает. 3 здоровья и 3 защиты. Короче, очень-очень мощный перс для любителей контрабандисты команды и Хана Соло. Настоятельно рекомендую. Ну что ж, друзья, я в принципе буду и дальше выбивать его. Вот, желаю вам удачи в прохождении этого события. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых видео.